Последняя страница. Фотографии здесь нет. Давай с ее снимем. Я поздравляю Беларусь, поздравляю ее, поздравляю всех бывших, нынешних и будущих читателей. Думаю, да, конечно. Теперь, ну, всегда так бывает, что когда кто-то получает Нобелевскую премию или кто-то играет очень важную роль в очень популярном фильме, всем становится интересно, и люди начинают смотреть, что же там такое. Конечно, безусловно.